Упала бутылка. Прямо с травок дома. Ну ладно, близко. Конечно. Кто шагает дружно в ряд? Дружно на все Любишь винишко, люби и 3 лишних килограмма в гору тащить. Азергут. Да, столь. Я. Добре. Кашковал, чик? Всичко кашковал. Я. Choose the Bible or the gun. Choose the Bible or the gun. Choose the Bible. Кто больше даст? Короче, самая маленькая, простая часть прошла.
начинаем атаковать подъем, как говорят альпинисты. Скажи что-нибудь полезное. Что-нибудь полезное. Вас... Короче, мой вам совет. Ничего с собой большого не берите и тяжелого. Идите налегке. Или лучше смотрите это видео и наслаждайтесь. Мы сделали все за вас. Ленивые диванные жопы. Привет. Отдохни. Че? Я тебе не буду рассказывать, куда нам сейчас. Ну, я понял, да, что только первый. А нам куда сейчас? Вон туда? Куда? Про маршрут. Есть пиво? Пиво есть? Да, все есть. Мясо так есть. Сегодня мешаем. Еда 5 лево стоит. 5 лево? Сколько? Какая? Ну, он говорит, порция еды 5 лево стоит. Лево? Да это же меньше, чем везде. Я не знаю, где за 5 лево поешь. Не, ну супчик можешь там поесть за 3 левчика. Где-то. Супчик. Ну, короче, мы в обед туда идем. Нет, подожди, обслуживаемая. А остальные хижины, что, там тоже дохренища народу ведь. Нет, самая высокая обслуживаемая. Есть еще выше, не обслуживаемая. А та же Малиевица, она еще выше. Там вообще 2500. Там нет людей. Быть может. Ну, нет, здесь есть такие хижины. Я рассказывал Лехе, ты приходишь, просто пустой дом, и люди, которые приходят, нам просто типа, приберись и оставь что-нибудь. А, понял. Натуробмен. Да. Как это, классический. Ну, то есть там консервы. Ну, да. Спички, там. Ну, что угодно. Воду, дрова. Только посмотрите на эту красоту. Столько камней. Солнышко печет. Так высоко и красиво. Блин. Это же обалденно. Главное не ушибиться. Давай, Лешич, давай, ты можешь. Я сделал это. Кто стесняется? Не исключено. Это птички-стесняшки. Стеснички, классно. Ну, кстати, пиздоболы, 4000 метров, ага, блядь. Мы без кислородных масок на 4000. Да не было. Кто говорил? 4. Вот здесь на камне написано 4000 метров. Давай, вот. Тёма идёт на видео. Появился-таки. Под конец подключить. Поиграем в этот. В GTA. В компьютерную игру. Не-не-не, в смысле то, что я за твоим плечом. Так там худ надо ещё. Здоровье. Ну это там уже дорисуешь. Карту. Хелспоинты себе. Бля, и куда ты пошел? Бля, видео.
долго не снимай. Нашли! Не совсем понимаю, куда нам идти. Иван Вазов, типа, туда. Ну да, он туда. Мы сейчас огибаем вот эту гору и идем туда. То есть мы, типа... мы как бы петлю делаем. Да, то есть это типа не на указатель было, а на это. Да. На направление. Потому что там на предпоследнем озере, в принципе, могли свернуть не налево, куда мы сейчас пошли, а направо. Но там просто очень круто было. Поэтому... Ну там, видать, настолько круто, что туда даже, блядь, видишь, те, кто там живут, не ходят. Ну да. Это что, у вас сова? Это сова у вас? Отлично, сова. Чего все закрасили? Да почему закрасили? Просто Вазов. Вытело. Вроде Вазов. Вроде правильно. А вон там. Вон как раз хижа эта. Вазов и есть. Так что тут совсем чуть-чуть осталось дойти. Вот здесь-то условно и на горном велосипеде так-то можно. Слушай, я чувствую себя это, в Панске, только без садок. Ну, я думаю, хватит. Ну, это оранжевая горка. Оранжевая? Красная. Красная. Второй посоль. Странно. Может быть, это снег? Мощно ты меня тормозил. Угольком пахнет. Кайф. Причем банькой, а не просто угольком. Привет. Да мы нормальные, мы свои. Здравия тут нового. Доброе утро, Дубль. Сам вот такая. Задай намерение, что доедет. Дошли. Каким образом? Какой рукой? Пятый? Тёма, я пятой рукой, не знаю, но берёте. Сука, холодно. Второй этаж.
Нашел связь. Вот целых 4 вон. Ну и главное, чтобы не волк. Не, обратно не пойдем. Спуск это жесть. Повтори. Да. Поехали.